Всем привет! Не так давно в группе ВКонтакте, которая называется «Подводная охота», я увидел рассылку от компании NemoPro, которая является интернет-магазином. Они предлагали принять участие в творческом конкурсе на лучший рассказ или историю о подводной охоте. Я решил поучаствовать в этом деле и 1 марта разместил в этой группе свои два рассказа. «Охота на сазана. Смертельный балет» и «Карп-сазан на 11 килограмм». При подведении итогов руководство интернет-магазина признало мой рассказ лучшим. По условиям конкурса победитель сам выбирает призы из предложенных компаний. Я выбрал нож Бигдайвер Мини ОС. И вот он мне пришел. Сейчас проведем распаковку. Бытяль катана. Аквалунг мини лезер. И си сталь 420. Благодарю интернет-магазин NeoPro за высокую оценку моего творчества.